В Венгрии подводят итоги парламентских выборов. Они состоялись в минувшее воскресенье. О победе уже заявила правящая коалиция премьер-министра Виктора Орбана. Судя по данным избиркома, подсчет голосов близится к завершению. Венгерский гражданский союз и христианско-демократические народные партии набирают почти 50%. То есть получает 134 места. Это 2/3 от общего числа. Ближайшие соперники, правые радикалы, сильно отстают. У них всего 27 мест, еще 19 у венгерских социалистов. Явка на выборах составила без малого 70%, и это высокий результат.